Ребята, всех жду у себя на стриме, который будет посвящен сбору финансов мне на новый микрофон. Пройдет стрим 23 июля в 15:00 по МСК. Обязательно приходите. Ну а теперь начнем. Вот победитель в прошлом конкурсе на Нитро. Ну а в этом ролике я запускаю новый мини-конкурс на Discord Нитро. Все, что вам нужно, это поставить лайк, подписаться на канал, посчитать и написать в комментариях, сколько раз в этом ролике я сказал слово Discord. И не забудьте указать свой Discord или соцсеть, чтобы я мог связаться с победителем. Также, если вы хотите купить Нитро по самым низким ценам, пишите мне в ЛС в Дискорде. Ну а теперь к данному видеоролику. Всем привет, на связи Фьючер, и сегодня я вам расскажу, как же получить эти значки в Discord. Ну что ж, погнали! Начнем с того, что эти значки называются Hype Squad и дают их за прохождение обычного теста. Всего бывает три вида этих значков: Hype Squad Bravery, Hype Squad Brilliance и Hype Squad Balance. Лично мне больше всего понравился фиолетовый значок Bravery, и я его уже получил. А сейчас я вам покажу, как получить один из этих значков. Первое, что нам понадобится, это зайти в Google Chrome или любой другой браузер. В адресной строке мы пишем discord.com. После чего в верхнем правом углу, там где три точки, нажимаем и выбираем «Версия для ПК». После чего «Открыть Discord в браузере». Выбираете свой браузер. После чего загружается сама страница Дискорда. В нижнем левом углу нажимаете на значок шестеренки. После чего слева выбираете Hype Squad. Как вы видите, я уже получил один из значков Hype Squad. Но как же получить его, если у вас его еще нет? У вас будет просто пройти тест, но поскольку я уже получил его, снова пройти тест. Нажимаем, после чего на рандоме тыкаем на все вопросы. Вот я получил фиолетовый значок. Вы можете получить абсолютно любой значок, это зависит от того, как вы пройдете тест. Если же вы получили значок не тот, который вы хотели, вы просто снова проходите тест. И также рандомно нажимаете на все вопросы. И рано или поздно вы получите тот значок, который вы хотели. Ну что ж, теперь перейдем к прощанию. Ну что ж, вот и все. Теперь вы знаете, как получить значки Hype Squad Discord. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если же это так, то поставьте свой смачный лайк и оформите жирную подписку на канал. Ну а у микрофона был Фьючер. Всем удачи и всем пока!